Всем привет, друзья! Сегодня в новом году с вами будем делать такое очень полезное блюдо с армянским акцентом. Называется, конечно, оно хашлама. Сейчас я вам покажу все, что необходимо, то есть все, что я буду использовать. Вам желаю вкусного просмотра. Поехали! В сегодняшнем видео будет много очень вот такой вот красоты. Это у нас кинза, силантро, помидорчики, перчики, вот это вкусный перец такой полуостренький, ну можно сказать, что не острый, много помидоров, лучок, вот это ядреный перчик серрано, немного картофана, и у нас будут пару рибай стейков, это чак ролл и немного вот таких вот нашел косточек, костный мозг там внутри придаст нашему блюду наваренности и полезности. Собственно говоря, пока все. Нальем немного маслицы и обжарим наше мясо, чтобы придать такую сочную корочку. Разогрели масло. Вот видите, дымочек такой идет. Смотрите, какое мясо шикарное. Отлично хашламашка получится из этого. Хотел немножко обжарить его, поэтому давайте на кости как надо. Буквально прошла минутка, снимаем мясо. Смотрите, какая красивая корочка получилась. Вау. Но мясо абсолютно сырое внутри. Снимаем. Сейчас я уберу вот это все лишнее масло и покажу вам дальнейший процесс. Вот такую шубу сделал из помидоров. Посмотрите, какая красота. Ставим сюда вот этот кусочек. Если вы помните, я указывал, что у нас будут вот такие косточки. Я их не стал обжаривать, дабы сохранить все витамины. Все делаю с вами в прямом эфире. Вот эти перчики. Очень острые. Хорошие, конечно. Еще репчатый лук один и второй. Друзья, также я забыл сказать, что вместо воды мы будем использовать пиво. Вот. Вы можете использовать любое пиво, я буду использовать такое местное. Поэтому будем добавлять 4 бутылки. Мы посмотрим, сколько чего. Давайте добавим сюда пиво. Картошку, естественно, мы сейчас не добавляем, дабы, чтобы она не переварилась. Будем это делать там в процессе, посмотрим, как у нас здесь процесс произойдет. И, думаю, минут за 30 мы добавим картошку, будет очень все. Бульон наш томится примерно 15 минут.
вот. Так что добавим соли. Достаточно. Сейчас это все дело, я думаю, еще усядет и будет то, что надо. В запасе у меня есть еще 2 бутылки пива, если что, я добавлю, конечно. Смотрите, какое равномерное кипение. Я сюда вот так поставил, надрезал пару перцев, вот сюда сбоку поставил. Я уберу лук. У нас примерно где-то около 2 часов кипит это все дело. Берем вот это, нам не понадобится. Убираем лишние запчасти, говоря простым языком. Все это нам больше не понадобится. Мы им сказали спасибо за их добрые дела. Освобождаем место для картошки и добавим картошку вот так вот сюда. Отлично. Уверяю вас, что это будет что-то очень полезное и вкусное. Такой наваристый бульон просто вы, наверное, уже успели заметить. У нас немного побольше полезного бульона, очень полезного. Завершающий этап. Это дело откроем очень аккуратно. Это все самое очень такое горячее. Вау! Красотища-то какая! Проверю картошку, если она сварилась, то... Вау! О, перфекто! Перфекто, друзья мои! Сейчас будем добавлять прямо немножко. Кинзочкой подбодрим. Как же кинзы здесь не хватало. Если вы согласны, то можете написать в комментариях. Снимаю себя сам, дорогие друзья. Есть ли какие-то погрешности, так что не обессудьте. Здесь это все дело вы видели. 100% готово. Сейчас накрою стол и увидимся с вами за столом. Не переключайтесь. Какая красотища у нас получилась. Итак, дамы и господа, наша хашлама находится у меня здесь за столом. Я себе отделил немного бульона. Очень полезно, кстати. Особенно полезно это после Нового года, когда за столом принято очень много всяких угорячительных напитков. Засучим рукава. Посмотрим, что у нас с мясом тут, как у нас чего. Вау, даже нож не понадобился. Это чак-ролл у нас был. Так, рольчик сюда вот. А рибай? Вау, рибай просто. Вау, вау, вау. Я не знаю, как вам ближе показать. Так. Просто объедение. Я сюда поставлю. Я это люблю вот так вот кушать. Зелень обязательно. Витамины должны присутствовать везде. Завернем. И пробуем. Wow.
Вау! Как говорит дядя Жорж на Ютубе, ну вы знаете дядя Жоржа, у Жоржа, он говорит, это его фраза, говорит, вах мамаджан, это тоже вах мамаджан. И попробую бульончик. Вау, истишь говно. Вау. Дорогие друзья, вот, собственно говоря, что получилось у меня. Боремся с короной как можем. Вау. Вы, конечно, меня извините, но я еще поем. Сейчас там у вас. Ради приличия мы остановимся. Дорогие друзья, я показал, как я делаю хаштаму в домашних условиях. Получилось на вкус, скажу вам, очень сытно, очень вкусно, очень мясистый такой бульон получился. Напишите в комментариях какие-то свои пожелания, что вам понравилось, что вам не понравилось. А так вообще хотел поблагодарить за просмотр. Вот, за то, что пишете мне позитивные очень комментарии, очень приятно. А также хочу воспользоваться моментом и поздравить всех моих подписчиков с новым 2022 годом. Пожелать вам всех семейных благ, жизненных, которые все только возможно. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами, дорогие мои, в новых видео. Пока!